Магадане отметили Всероссийский день снега. Традиционно на лыжне. 32 воспитанника спортивной школы имени Елены Вяльбе готовятся к эстафете. Каждому предстоит пробежать 700 метров. Потепление на руку. Вот сегодня самая оптимальная температура для проведения подобных соревнований. И снег довольно-таки хороший, и температура не позволяет лыжнику замерзнуть, то есть и дышится легче. На старт! Внимание! Марш! Эстафету в день снега проводят 4-й год подряд. На лыжню может выйти любой желающий, ограничений нет. Но в минувшее воскресенье за медали боролись только спортсмены от 9 до 12 лет. Уже как год, сейчас полтора пройдет, мне нравится. Я буду продолжать дальше стараться, получать победы. Трасса, ну как бы не сложная, но трудно. Соперники большие были. Масс-старт, как-то лучше. Много людей. Экстрим. Соперничество было принципиальным. Лидеров гонки от преследователей отделяли считанные секунды. Лучшее время показала команда центральной базы спортшколы имени Елены Вяльбе. В ее составе Татьяна Кравченко, Андрей Балычев, Каролина Кириченко и Павел Мамот.